Друзья, всем привет! Собралась у меня отличная подборочка ножей из порошковых сталей. И все они будут идти по распродаже к Новому году. Ну, со скидочкой. Принцип видео простой. Я вам показываю нож, вы смотрите, думаете. Если нож нравится, пишите мне или менеджеру на WhatsApp, и мы его отправляем вам в пункт выдачи СДЭК или Почты России. Итак, давайте не будем затягивать и приступим к видео. А, да, еще скажу, ножи, которые вы приобретаете, мы даем визитки. Один купон 3000 рублей, и будете участвовать в новогоднем розыгрыше, где будет разыгрываться достаточно много ножей. Давайте не будем затягивать и приступим к нашей выставке. Друзья, и первый нож, начну я вот с этого ножа, это модель ножа «Медведь». Из порошковой стали QPM-53. Цена его со скидкой будет стоить 25 тысяч рублей вот за этот комплект с формованными ножнами. И чтобы отпали все сомнения, конкретно заточки, скажу вам так. Нож будет заточен, каждый нож, который вы приобретете, вот так вот. Неудобно, конечно, держать. Пакет пленки гнется. Но видно, что он режет. Или вот так вот. Бритвенная заточка. 25 тысяч рублей. Вот за такой комплект. Следующий у нас нож. Это модель Варан. Рукоять выполнена из стабилизированного капа клена. Ножи абсолютно новые, они еще не заточены. Некоторые еще надо вот здесь вот полирнуть, протереть. Здесь, смотрите, больстер какой. Макума. Цена 25 тысяч рублей вот с такими ножнами. Это по скидке. Следующий нож. Это нож Охотник. Из порошковой стали S90V. Рукоять гренадил. Его цена вот такого комплекта 19 500 рублей. Для заказа в WhatsApp, Telegram. Кстати, кому нужны бюджетные ножи, на Telegram-канале каждый день выкладываются ножики. Смотрите, нож Иртыш, рукоять Ironwood, вставочка карбон, сталь порошковая S90V. Комплект. Вот такой комплект стоит 24 тысячи рублей. Такие вот с ним идут ножны. Далее у нас нож Иртыш. Больстер Макуме. Вставочка карбон, рукоять стабилизированный граб. Сталь порошковая М398. И вот такие вот ножны с ним идут в комплект. Это ножны нашего нового образца. Это не бюджетные ножны. Сделано все здесь очень четко. И цена вот такого ножа из порошковой стали М398 со скидкой будет 22 500 рублей. Следующий ножичек – это хищник. Хищник из порошковой стали «Магнокат». Рукоять «Айронвуд», «Больстер Макуме». Здесь у нас полировка, заполированный пескоструй.
Вогнутая линза. И формованные ножны с ним идут в комплекте. Вот такого образца. Цена данного ножа 22 500 рублей. Следующий у нас ножичек. Это нож Таймень. Сейчас будет интересно, еще интересней. Сведение, обратите внимание, 0,2. Больстер Макума, рукоять стабилизированной карельской березы. Тоже такие вот ножны. Кожа достаточно толстая. Вот смотрите сами. Цена данного ножа 22 500 рублей. Просили Ирбис из стали QPM. Показываю. Больстер Макума, рукоять Айронвуд. QPM сталь закалена на 65 единиц. М398 закалена на 64 единицы. С90V на 63 единицы. И ножны с ним вот такого образца идут в комплекте. Цена данного ножа 23 тысячи рублей. Из стали QPM. Следующий у нас ножичек. Такой вот. Сейчас, секунду. Вот такой вот нож. Это модель Леший. Из стали Магнокат. Рукоять Айронвуд. Вставочка Карбон. Там, если кому видео мало, то, конечно, он скинут фотографии. Такой комплектик. 22 500 рублей. Хочу вам показать. Это нож эксклюзивный, можно сказать. Подарочный, подарочного вида, но он абсолютно рабочий. Сталь порошковая. Магнокат. Здесь у нас лось, инкрустация. И, собственно, сами ножны. Вот смотрите, такая вот красота. Вот такой вот комплект. Цена его 30 тысяч рублей. Далее у нас это нож Соболь из порошковой стали М398, Больстер Макума, вставочка стабилизированный зуб Мама, рукоять стабилизированный черный граб, ножны формованные, цена данного ножа 22 500 рублей. Тоже по просьбам желающих выставляю на продажу нож Скорпион из стали QPM-53. У него хвост сжал, видите, сюда заходит. Вот такая вот работа. Вот такие ножны с ним идут в комплекте. Цена данного такого данного экземпляра составляет у нас 25 500 рублей. И осталось у меня два Сахалина из стали. Вот этот вот М398. Это охотничий нож, прям настоящий работяга. Настоящий работяга от слова совсем. Это полностью нож, который любят охотники. Да и не только, это широкий нож. Спущен так сильно носик. И под разделку, и просто нарезать. Здесь у меня Больстер Макуме. Сталь М398, рукоять Айронвуд. Ну и, собственно, ножны. Вот такого образца в комплекте. Цена данного ножа 25 000 рублей. И
Еще один нож из стали М398, тоже модель Сахалин. Клинок также заполированный пескоструй, рукоять стабилизированный кап клена. Цена 24 тысячи рублей вот с такими вот ножнами. Обращайтесь на WhatsApp, кому что заинтересовало, пишите лично мне. Все телефоны я оставлю под данным видео. Ну и на дорожку, повторяю, подпишитесь обязательно на телеграм-канал, мужики, там очень много всего интересного. Ну и на дорожку хочу вам показать авторский эксклюзивный нож. Это с модели Стриж из порошковой стали М398. Сейчас, секундочку, я ее вот так сфокусирую. Фокус. Здесь у нас на тему пиратов. Это очень тонкая работа. Блин, фокус-то не то, не сё. Сейчас, секунду. О! Битва кораблей. И ножны такого образца. Растяжка, стеснение. Для заказа пишите на WhatsApp или мне, или менеджерам. Все, всем спасибо, всем удачи и с наступающим Новым годом!